Строительство 4-го моста обойдется дороже, чем планировали. В 32 миллиарда рублей, а не в 25. Сумма выросла из-за экономического кризиса. Конкурс на право заключения концессии областные власти собираются объявить этим летом, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, отметил министр транспорта. Что под этим имел в виду Сергей Титов, он не уточнил. Возможно, то, что федеральный грант достанется другому проекту. Сейчас главный конкурент Новосибирского моста – Хабаровская объездная дорога. Предполагается, что на масштабную стройку государство выделит до 70% всей суммы. При том, что ранее Росавтодор объявил о сокращении почти на треть расходов на строительство региональных объектов. Кроме финансовой нестабильности, стройка центрального моста под угрозой еще и потому, что до сих пор неизвестно, как новая переправа повлияет на трафик. Тем не менее, чиновники надеются, что развязка, запроектированная на площади Энергетиков и Труда, поможет справиться с транспортной нагрузкой.